Снег в Южной Африке. Холодный фронт охватил сразу несколько провинций ЮАР. Дети воспользовались моментом, чтобы поиграть в снежки. Ну а взрослым, особенно водителям, метель доставила немало неприятностей. Многокилометровые пробки выстроились на главной транспортной артерии страны – автомагистрали между Дурбаном и Йоханнесбургом. Некоторые участки трассы перекрыты. На помощь водителям, оказавшимся в снежном плену, спешат спасатели. Ну а коммунальные службы озабочены тем, как справиться с непривычным для этих мест гололедом.